Максимальная сумма микрозайма для предпринимателей увеличивается до 5 миллионов рублей. Поправки в федеральный закон приняли депутаты Государственной Думы России. Раньше предпринимателям могли выдать только 3 миллиона рублей, но не каждому было достаточно и этой суммы. Нехватку в денежных средствах испытывают многие бизнесмены. Микрозаймы решают эту проблему. В рамках государственной программы кредиты предпринимателям выдают под минимальные проценты. Предоставление микрозаймов как в этом году, так и в прошлых годах остается в приоритете. И, в общем-то, учитывая все это, мы в рамках нашего национального проекта предполагаем получить в этом году, на следующий год, порядка 160 миллионов на докапитализацию нашей микрофинансовой организации, и что позволит нашим предприятиям, предпринимателям, ну, как минимум 160 предпринимателям получить еще дополнительные микрозаймы. Благодаря льготным кредитам в республике увеличилось количество предпринимателей, отмечают в Министерстве экономического развития. Процентная ставка снизилась до 7,5%. Предоставлять микрозаймы до 5 миллионов рублей бизнесменам начнут 1 марта, когда вступят поправки в федеральный закон.